вот мы приехали на Танечкину пещеру посмотреть. Вот так выглядит эта отворотка. Вот там вот практически недалеко сразу будет могила Вещего Олега, холмик такой. И вот получается, чуть-чуть не доезжая него от города, да, идет вот такая отворотка с железным забором. Вот туда мы сейчас и направимся, только переоденемся, для того, чтобы нам было более комфортно ходить по пещере. Вот мы отправились вперед. Мы собрались, закрыли машину и вышли. Путь нам преграждают ворота, закрытые на замок. Мы это уже проверяли, не открывается. Так что, идем пешком. За воротами кончается дорога, начинается тропинка, в которой уходим в поля. Вон монастырь. Вот он. И вот отсюда мы уходим в поле. Угай. А главное не падать. Привет, лунатикам! Привет, привет! Привет! Ой. Ну как ты? Ох, держись, держись, держись. Дорога делает поворот. И мы через сугробы лезем в сторону речки. Миш, давай сейчас сюда. Ой. Красота. Дайте руку. Учу. Снежок. Зимняя сказка. Все в снегу. На удивление тепло. Думали, будет 20, а сейчас даже 10. Так что вообще красота. Церквушка. Там должен быть Волхов. И мы идем сюда. Скоростной спуск. У меня очень скользкие ботинки. Я просто еду. Ира. Ну, похоже. Вон он вход, да? Вот она. Вход в пещеру. Ага. Ура. Вот он вход. Ты же выпрошу просто, Юра. Ножите не промокайте, да? Слушай, сели просто на попу, Юр, да? Слушай, ты к этой поехали. Обратно как подниматься, а непонятно. А как обратно-то, кстати? Да, это будет забавно. Садись как-нибудь так, в присядку и... Я обратно не выйду. Если ты, по-моему, не спустишься. Так же на попе, как и все. А вот выйти обратно нереально. Юра, Юра, ты зря. Пропусти, пускай человек пустится вперед. Как в аквапарке. Человек сошел, потом ты поехал. А что, просто садимся и едем? Подожди, Наташа. Юра съедет, потом ты едешь. Миша, я боюсь. А ты не боись. Давай, давай, пошла, солнце. Слушай, что значит пошла, блин? Как могу, так и еду. Еду как могу.
обратно лезть будет. Уже думаем. Ой. Ни хрен, лезь, осторожно, осторожно. Думаю, обратно будет в обход. За поворотом аккуратно. Вот, все, все, все. Да, нормально. Ура! С прибытием. Лодочки живы. Да. Ну, смотри. А теперь кубарем летит Миша. Точно. И вот мы внизу. Там один вход в пещеру. Здесь другой вход в пещеру. Нависшие ледяные своды и красоты. Красота. Ух ты, ничего себе, какая красота. Да. Ох, лицо, да? Так вот я его, при входе, да, ничего себе. Хочу тоже заселять. Я бы сказал, что тепло без перчаток. Конечно. Там плюс 10 должно быть. Да. Ой, а я уже автоматически. Да, спуск здесь на попе. Он почти оптимален. Ой, какие сосульки красивые. Ого. Лепота. Слушай, а тут тепло. Форма. Опа. Ага, вот какая красота. Конечно, должны быть какие-то. Ага. О, первая стрелка, да, ведущая куда-то вдаль. Ну что, достаем каски и фонарики. Ну вот, идем вглубь. Ух ты, крючки. Ух ты. Ничего себе тут бабочки эти пещерные. Вон они. О, они зимуют здесь, спят. Я сложил кисточку внутрь, убрал. А вон бабочка, смотри, фотографируй бабочку. Вон. Где? Вон. Она была близко. Вон еще одна. Девочка, можно мне посветить? А то папа постоянно ходит с этим фонарем. О, веревка лежит. Пошли, спрятанная. Нет, тут моток лежит в веревке. Даже. О, какая, да. Вот снизу лучше. Это белопузая. Ой, какая. Миш, сейчас убери. Ага. Ничего себе узкие проходы. Да. Вот, да. Это меня. Угу. Так, передайте карту. Вот. Так. Аппендикс. Прикольно. А мы где? Ну что ж, идем дальше. Узкие проходы. Интересно, есть кому так пустить? Хотя ладно, не надо, папа сзади лезет. Тут так уже мало, да? Так узко. Да. Ты папа сказал, что мне будет удобно. Но мне... Нет, а ходить, в принципе, вот так вот можно, да? Можно не накорачивать. Ты каску не одел? Так, мне, в принципе, вообще не надо. Вообще. Я постоянно голову задеваю. Нет, в этих узких проходах. Ты не знаешь, а мы через платы были. А он сбивает. Фу. Ну вот, выдвигаемся дальше. После небольшой аварии с рюкзаком. Молния разошлась. Да, не центр, мне кажется, не стоит. А как они накорачивали все это жевалки, мне интересно. Вот так вот, как-то в мешках и волочили. О, мышка. Еще. Да, мышей очень много. Так она, Миша, опять в чем-то, да? Ага. Так она нарвется. А что там? Здесь просто камни. Камни так навалены, да, что не видно? Сейчас еще дальше посмотрю, как это там. Тоже... Ух ты, бабочка летает, да? Да. Бабочки тут летают. А вон тут мышей эти, блин, как грязь. Ага. Ой. А, назад это двигается? Ага, слышь, двигается.
Да не, она замерзшая, поэтому. Вон. Красота. Особенно хочется найти колонию, где они так плотно сидят друг к другу. Они бывают вот так вот сидят, просто одна, вторая, третья, рядышком так. Большая куча. Вот такое место хочется найти. А это что, просто люк такой интересный? Это ну, особь. Вы... Это особь. И вот тут, на чем мы стоим, вот этот песок, это все отсюда насыпало. А вы засекли кто-нибудь время, когда мы зашли хоть? Нет, что-то уже. Я тоже телефон там оставляю. Камера засекла. А? Конечно. Ладно, пошли туда по этому коридору, вроде тут идти можно. Две мышки разом. Семья Балучевых, 14.06.2015. 14 июня. Да. Вот, вы туда, вперед. Это, наверное, выход туда. Синим промеченным маркером. Возможно. Ну, как же чепики. Тут завалено все. Да. И еще летучие мыши. Влад. Да, здесь грязюка. Миш. Не, нормально. Вполне проходимо. Вот сюда можно идти, куда я иду. Какая-то есть еще пара летучек. А где Миша? Вот здесь. Ух ты, тут еще. Тут три штуки. А здесь, кстати, прохладнее. Ага. Посветишь? Ага. Какие хорошенькие. Да, господи, тут все в летучих мышах. Да. Что-то у вас? Мышка. Мышка. Да. Одна, несколько. Мышка. А вот тут веревочка. Множественное число. Мышки, а много их рядышком сидящих? Нет. Я все колонию хочу найти такую густенькую. Ты тут сапоги сейчас уделаешь так, что хрен очистишь глину. Да ну, Миш. Да нормально, нормально, вполне пройдем. Да. Это он и есть, мы пришли в этот апендос. Вот он и есть. Мы сейчас в нем идем. Идемте, идемте, здесь проходимо. Дальше лучше сильно. Да, дальше уже сухо почти. А может и не он. Есть, есть. Аккуратно огибая, мы идем. Осторожно, мыши из потолка, смотрите, не сбить. Чего и хотелось. Да. О, а вот теперь уже вода начинается. О, началась вода, смотрите. И я видел движение, возможно, мышка проснулась какая-то и летает. Нам надо левее держаться. Вот там вот вода, смотрите. Красиво. Ну, через воду, естественно, не пойдем уже. Так. Вода, вода. Смотрите, чистенькая и прозрачная. Песочку-то здесь уже нет. Мы спустились. Глина. Да, тут глинка началась. Вот здесь вот обычно все затоплено и на лодках плавают. Кто плавает? На лодках. Летом? Да. Тут что-то какой-то стрелкой, разворот. В. Выход. Да где тут? Ух ты, тихо. Что? О, колония. Звонка, звонка. Ну да, сейчас. Сейчас.
Миша мне как раз подсветит. Я тебе могу подсветить. Да не надо. Вот это то, что я хотел, да. Вот это красота. Никогда такого не видел. Вот это вижу первый раз. Да, они, чтобы теплее было. Да. Мы отдельно сидящие есть. И в колонии. Ой, просыпаюсь. Да не, так, просыпаются. Шевелиться спать. Смотри, все. Пойдем ты отсюда, мы попугаем. Куда пойдем? Еще. Слушай, тут грязь, лента, ты понял вот сюда. Ботинки делаешь, а потом хренать можешь. Вон там еще. Снег мы обратно в снегу пойдем, так что что не дозволится. Да. Ну здесь как бы свет нет. Ну здесь красивые эти камушки так. Квадратные. Ну камушки-то ладно. Отлично. Я все, пошли, бери фонарь. Отлично. На куче, да? Вот мне, вот это все, мне только радует одно, что у меня неограниченный запас воздуха. Да. И можно долго ходить. Неограниченный запас никак... света. Ух ты, смотрите, какая прелесть. Где? Что там? О, тоже колония. Угу. Люба? Да хлюпу, это я. У меня бахилы слезают с ног. Да, их не просто много, их очень много. Никогда не видел столько летучих мышей в пещерах наших. Их гигантское там количество. Смотрите, я надеюсь, что потопа не предвидят. Я тоже надеюсь. Потому что убежать мы не успеем. Ты еще ухапа не делал. Здесь тупик, все. Туда, тупик. А, вот стрелка. Да, все завалено. Чувак, какая водичка. Да, там вода. Чистая пещерная вода. Вот, Миш, ты что, поплывешь, что ли? Нет, конечно. Вот, надо было сухарь взять, блядь. Чистая. Сухарь, блядь. Да. Так. Здесь тропинка хорошая. О, и фонарик. Я нашел фонарик. Чей? Не знаю. Не знаю. Он весь в глине. И не включается. А тут звонок везде. Пошли по стрелкам. Стрелки. А теперь стрелки туда направлены. Против стрелки перейдем. Я не знаю, куда мы идем. Да. Мы здесь смотри, какие спички здесь. Интересные. А вода? А мы тут шли, тут вода была. Смотри, какие спички здесь. Вон она по правую сторону. А что за спички? А вон какие. Видимо, заначка. Да заблудившись. Да. Я вижу выход, или вижу фонарик. Я вижу либо фонарик, либо я вижу выход. Ура! Вижу выход. Мы спасены! Точно. Свет. Давайте это, выйдем, покурим. Свет. Да. А это, знаешь, это, Лен, вчера в Санкт-Петербурге, они вышли где-то, там был, а там вот, крыша окошко дышит светит. Большая. Им не выбраться, они по хате посидели, ну что, опять пошли? Пошли. Пошли, что делать? А здесь опять наклоночку. Ага. Здесь опять наклоночку. Да. Туда, это да, выход туда. Подожди, это знак. Ага. Ух, какие свиньи. Видели рыбку, видели свинку. Да, рыбку видели. А где стрелки хоть одна? Вот. В. Ну ладно, ячка. Туда. Миш, можешь вот тут? Ага. Вот так вот. Фонарь очень яркий, засвещает все. Ага. Подержи фонарик. Я сейчас хочу снять шапку. Стрелочка, Миш, здесь стрелочка нарисована на грязи. А, в другую сторону, идемте вот. Конкретно. Слушай, здесь мышей-то много. Красота. Куда сейчас идем? Я думаю, к знаку, к знаку. Знак? Я просто немножко обошел, да. Вот видите, добывали этот камень, видимо, сложили, как это называется, заготовка, забутовка. Да. Вот это вот либо заботовка, либо забутовка, как-то так называется, работники собирали, ну, да. Откалывали эти самые, да, и вот готовый продукт складывали.
Идемте к знаку. Там какой-то знак типа строительной работы. И мы выдвигаемся в ту сторону. Фух. Посмотрели, что надо искать, и пошли. Вот. А как ты определишь, куда идти? Да, там не все, не полностью же выложено, естественно. Знаешь, не вся поездка. Туда можно. С одного места на, как и в Лемурове, раз в пути выходишь, хочешь туда, хочешь туда. Не, если найти бар Иванович, то действительно от левой стороны просто идти, держаться и все. Мы и так шли по левой руке. Мы даже не нашли выхода второго. Прошу заметить, да. А он должен быть по левой руке. Мы не сразу пошли по левой руке, мы пошли по стрелке, против стрелок синих. А стрелки синие как раз к выходу, оказывается, ведут. Мама, где мы? Да, подземный кальян. Мы сейчас пока во Всеволожске постоянно живем. Вот так вот развлекаются настоящие спелеологи. Я дымлю кальяном под землей. На. Да ладно, куртку-то надевать. А вон бабочки. Ничего себе, тут летучих мышей больше, чем бабочек. Что удивительно. Да, в той было значительно больше бабочек. Но почти не было летучих мышей. Борщевская-то? Да. Да. Ну просто вся пещера в летучих мышах. А здесь мышки. Угу. Удивительно и здорово. Кстати, других людей не слышно. Так, а, видишь, все, так, а видишь, кроме так, нас и ушли. Вот этих больше нет. А эти вышли? Ушли, да? Вышли, они, вышли. Да, они поднялись. На самом деле, вот на одном из этих мест, которые у нас отмечены на карте, на могиле, все правильно. Вот сейчас мы пойдем на могилу белого спелеолога, она с правой стороны. На могиле белого спелеолога должен находиться журнал. В этом самом журнале, соответственно, делают запись о том, что мы зашли, такая-то группа, да? И о том, что мы вышли. То есть, в принципе, действительно, маршрут начинается там. Правильно. В принципе, только как бы стрелками бы они нарисовали что-нибудь. Вход туда-сюда. А то стрелки во все стороны оранжевые, эти. Конечно. По стрелкам не сориентироваться ни в одной пещере, потому что люди рисуют как хотят. В итоге непонятно, кто куда и зачем чего рисовал. Там уже люди точно так же путаются. Так же, как в этом, вот когда они ходовики прокладывают, они ставят маркеры, стрелочки. Чтобы ты понимал, куда идти. Потому что можно веревок навязать, На перепуте, когда вот перекрест, они тоже ставят маркеры. В дайвинг все-таки ходят взрослые люди, а спелеологи занимаются куча детей. Этому, извините, учат, потому что заблудившись, ты реально сдохнешь там без воздуха потом. На самом деле, если уйти куда-нибудь в район аппендикса, и у тебя вырубится свет, ты отсюда выйди. Без света. Ты попробуй. Да. Представь себе это. Такую ситуацию. Это будет реально жестко. Можно реально остаться. Нет, на самом деле, я думаю, что выйдешь, но ты ходить можешь очень долго. Чуть ли не неделю можешь шляться. Или пока люди тут не придут. В темноте тут будешь плутать вокруг. Да. Вокруг двух столбов плутать. Все, и никуда там. Не, ну если будешь дня три плутать. Будешь ждать, что... Да. Ну, может, ты дерьмо, человека. Вот в эту грязь никто и не полезет, так что ты там можешь... Ну, ты видел какие-то тропинки натоптаны? Но зато грязи. Будет прикольно, знаешь, полез. Такое место. Тут скелет лежит, кстати, такой... Там посередине грязи не было, если заметили. Там кто-то вытоптал уже. Да, грязь вытоптана, да. В Дахабе же есть эти, там лежит на 115, там это варки, это тетка там на склоне. Которые баллон вместо головы. Да. А здесь могила белого спелеолога. Ну, а в каждой пещере есть могила белого спелеолога. Это байка общая для спелеологов. Да. Это мои ноги сильные. Да, ноги у нас вот такие. Вот такие ноги у нас. Да, вот такие брюки. И ты лучше свои сними. И Юрикины. Не, ну ты красавец, конечно, поедешь в своей машине на кожаных сиденьях. Такой есть. Да. Давай мы еще грязь и жидко принесли бы, измазали сиденье бы еще. Думаю, что по снегу пойдем, я отряхну, конечно. Может быть, брюки сниму. Брюки. Так и что ты поедешь? Без кальсон? В кальсонах. Кальсонах. Тоже как вариант. В кальсонах и поеду. В трениках. В трениках тоже хорошо. И на заправку. Не, раньше, знаешь, были такие синие кальсоны эти, такие голубые. Да.
Да. Раньше белье. И вот в таком. Вот что-то похоже у меня и есть. Таких кальсонах. И выйти на заправку такой раз, такой козырный, в грязных ботинках, в кальсонах такой вышел. Не, ну в принципе антуражно. Так вот. Угу. Немножко. Если бы не месить грязь, а просто вот это. Там мне просто стало засасывать. Я поднимаю ногу, эта штука остается, а у меня, ну, ботинок вылезает из этих галош. И они. Я вот так шел, вот так держал, да, ногу до стола. Постоянно поднимал. Натягивал. Тут не холодно, сапогов. Здесь нет, нормально. А вот там уже будет холодно. Там при входе ты оденешь ботинки. Ботинки которые надо. Грязные. Ну, по снегу, может, по снегу отдать. Ну, прямо завтра так пойдешь на контрольную на английском в таком. Да, да, в таких штанах и в ботинках идешь. Да, это будет козырно. Папа меня, скажи, в такую лужу. Папа говорил, иди, сына. Кстати, хорошо, что каска, потому что хочется полностью. Да, кстати, каска, да, вот не лишняя, потому что я постоянно башкой. Я башкой терся бы, да. Да, 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 я бы тоже. Вот, так что каска, да, действительно. Либо надо было уже ползком, потому что так в карачках. Ну да. Пару раз шапкой бы типа цепанул. Потом. Да, все желание бы идти дальше пропало сразу. Тогда можно было хорошо цепануть. Ну вот поэтому все. Я не раз бился за этот раз. Каска, да, хорошая вещь. Пригодилась, не зря. Не зря пригодилась. Да, я по Саблину знаю, да, что такое каска. А что, Саблина тоже низкий? Там низкие, да. Есть. Там есть одна, а вторая вот такие же низкие, мы там ползали. Там платная, вот которая платная, там выдают бесплатные каски. Ну, бесплатные, как они входят в стоимость экскурсии. Да? Вот, так, а какой ты фонарик там нашел? А? Там, по-моему, 300 рублей. А? Я его там оставил, он не рабочий. Грязный, ничего. Такой линзованный китайский фонарик. Да? Угу. Не очень дорогой. Видимо, но я его решил оставить на том месте, где он лежит. И рука такая, скрюченная из глины торчит. А, отдай, моё. Да, точно. Он там и остался, он не дошел. Это спелеолог, да, Миша? Белый. Фонарик белого спелеолога. Миша Иванов в мраморнике на дне нашел хороший фонарь, такой сильный, аккумуляторный, но большой, дайверский. Он же маньяк, он там щемился в эти в нижние горизонты, до 70-80 уходили. О, ничего себе. Действительно маньяк. На тримиксе? Да. Естественно, Миша же это не. А там прозрак хороший? Ну, нет, он говорит, что там где-то метр от силы. То есть там чуть получше, чем вот это молоко. Там у дна уже немножко видно. Мы опускались на дно. Вот. Ну там так, знаешь, вот такой мутняки, вот на вытянутую руку видно вот так вот чего-то. Там ориентируются. Мы же первый раз заблудились, спустились, мы не знали, как устроено. И мы спустились вот так вот, да, вертикально, с сухой штольни вдоль, вот так спустились, на дно упали на 25 метров, покружились, и видно, мы отошли и попали под козырек, стали всплывать, и на 18 метров мы в породу вот так вперлись. О, пипец, панику началась. Вот это первое, знаешь, ты дышишь, а у тебя воздуха не хватает, как будто спазм. Глаза больше маски такие у всех. Реально. Ну, очко сжалось просто пипец. Потому что мы поняли, что мы попали вот так раз такой. Пш, ты думал, что всплываешь, а ты вот так в породу головой уперся. Куда идти? Темно, мутно. Самое главное. Хорошо, что не бросились. А Костик у нас, который вот погиб потом на Красном море, он как-то собрал. И мы так в одну сторону поплыли. И раз такое, видно, там чуть-чуть стало пробиваться. Ну, то есть мы недалеко ушли, просто поднырнули под козырек, но все равно, блин, так очково было вообще просто. Да, я знаю, у меня один раз было такое же, но на Веруламе. То есть я шел вдоль борта, иду себе вдоль борта, расслабляюсь. А, ну ты подпал. Да, хочу подняться наверх, и вдруг я понимаю, что я в трюме. Да, там, да. Когда я поднял голову и увидел, что надо мной над головкой, вот да. Именно этот момент как раз очко, да. Я тебя хорошо понимаю. Вот поэтому, собственно говоря, в пещеры и во всякие реки лучше с катушкой ныряют. По крайней мере, ты всегда прицепился. Ну, в реке чего опасного? Катушка может порваться просто. Да не, ты нормально прокладываешь, там такой шнур, что хрен тебе порвешь. Зато ты обратно смотаешься и все. А так вот. Народ же этот на линкоре в 2014 году погибли в Новороссийске, который линкор там лежит перевернутый. Пошли, типа, инструкторы, два еще каких-то дятла. Ну и фигли, нашли их где-то в артиллерийских складах. У всех баллоны под ноль выдышанные,
А там тоже куча ходовиков, они запутались куда-то, уж уперли и все. Двух, а потом еще одного. Три человека погибло по дурости. Так вот. То есть это все же не шутки. Конечно. Если не готов, не умеешь с ходовиками ходить, то нехрен рисковать. Так же, как и на карьере, на жаден тогда парень погиб при нас. Батальон? Да, он ушел. Они решили пофоткаться, отойти от майны чуть-чуть подальше с парнем. Он первый раз под лед пошел. Один-то поопытнее как-то вынырнул, а этот куда-то ломанулся, видно, знаешь. Когда они поняли, что они чуть потерялись, и все, и он... Его потом эти нашли, мне рассказывали МЧСники, которые его искали. Они его нашли под берегом, он забился под лед. Они его нашли сверху металлоискателем. Так стали ходить, и баллоны назвенели. Спустились, где-то, говорят, от майны метров 250. Вот, то есть, и он так, знаешь, вот лед как идет, дно и лед вот. И он в эту, ну уже все, паника, он там стал ломиться там. И все, и причем это было... А у меня знакомая вот именно на жабовнике так вышла. А у него девка там была. Пробила лед. Прикинь. Баллоном и вышла. Вот. Девка там, мы ее отпаивали горячим чаем, у нее истерика там, знаешь, сразу. Ну вот пацан пошел. И все, и все понимают, что уже нету его, не будет. Так что даже вот на таком карьере, как жабовник, погиб от глупости. А сколько времени? Ни у кого нет телефона? Есть. Сейчас посмотрим. Просто чтобы подниматься бы засветло. Подниматься, да. Подниматься, лучше засветло. Потому что тут иначе мы тут... Ну, я думаю, что еще, конечно, засветло. Все-таки мы, конечно, гуляем достаточно продолжительно, но не столько же, чтобы... Сколько? 15-14. Да, к тебе хорошо вообще налипло мясо. Ну так я тебе говорю, я там просто уже не мог идти, она все всасывает, это, блин, грязь. Налипло каждого по килограмму. Да, сейчас уже немножко так оно как-то... Подсохло. Подсохло, да. Там... У меня уже высохло. Почти. Ну по снегу пойдем, я думаю, все подвалится. Да, ну, может быть, почистим. Снег-то он не сухой. Не почистит, он да. Просто еще сверху налипнет. Да, еще и сверху снег. Ну ладно, это там у машины все в пакет уберем, чтобы не пачкать багажник. Ого. Ты не куришь, конечно? Не курим. Ага, пещера это, пятибалльно. Это отвлекается. От этого нет, это как ингаляция. Он ничего общего с сигаретами не имеет. Ну, на самом деле имеет. Никотин там есть. И если ты выкуришь, вот действительно кальян выкуришь, то получаешь дозу-то не меньше, чем сигареты. Ну, это понятно. Ну, такой мерзости, как от сигареты, ну, вот да, попробуй выкурить сигарету, да. Приятный на вкус, конечно. Тут совсем другая вещь. А по вреду, я думаю, что тоже самое. Яблочко хочешь попробовать? Яблочко. Ну, просто тяни в себя и все. Нет? Не ваше? Крепко? Нет. Нифига не яблочко. Как не яблочко, яблочко? Вообще нет. Вообще, конечно, не яблочко. Хорошо, никто не упал, а то еще бы такие вышли. Я почти упал. Вот именно туда, куда я заполз, там, вот, куда вы не пошли, да? Правильно сделали, да, правильно сделали. Я на обратном пути чуть не навернулся. Валя, ну чудом удержался, думаю, сейчас бы упал вообще. Красавчик. На этом месте, да. Ну ты был бы антуражный спелеолог такой. Да по-любому. Скажите, что вы испытываете? Да, скажите, что мы испытываем? Мы? Мы хотим... Есть. Есть? Коньяка хотим. Есть это, да, есть. А нас еще тут заставляют куда-то лезть. На четвереньках подеты. Кошмар, да. Наташа, а ты что испытываешь? Душ хочу. Душ? Помыться. Ты прямо так заходи в душ в одежду. Заодно и постираешься. А ты, Юр, как тебе? Есть хочу. Молодец. Все хотят есть, пошли есть тогда. Ну чё ж. Вот выход, вот заброска,
На обратном пути нас будет ждать кальян. Да. Ну, нам куда-то туда, да. Куда-то туда. Давай, веди. Ну, веди. Да, веди. Веди нас, Сусанин. Веди нас. Где тут белый? Да, без вещей сильно приятнее гулять. Вот. ДЗР Ван. Вот это я уже слышал про ДЗР Ван. Идут стрелочки куда-то. Нам направо? Да. Ну вообще да. Ну пошли. Ой, там летает, мышь. Где? Вот там. Такая большая пролетела. А вон она летает. Где? Вон, вон, вон. Да, точно, летает, летает. Разбудили. Ну, уже не мы разбудили. Тут тетки ходили. Да. Пойдем туда. Ну пойдем, там есть проход? Неизвестно. О, спящие мышки. А что там такое? Не, здесь не то, не сюда. Конечно, по кругу, не сюда, не сюда. Это я заглянул просто посмотреть, не тут ли. А вот что-то написано, что там написано? ДЗР 1-2. Туда стрелка, да? Стрелка, да. Попробуйте, давайте по ним пойдем. Мне кажется, куда? Это оно. ДЗР 1-2, может быть, это оно. А, вот она. Вот и пришли. Куда? А, вот это? Да, вот это могила белого спелеолога. А, ну вот тут вот так недалеко совсем. Да, прикол. О, дайте. Да. Соткаюсь. Значит, баня и это самое то же самое, фигня вот такая. Да конечно, а что ты там думала, баните? Ну что-то там есть. Баники, веники поставили или что? Возможно, столик, например, с сидушками. Но бывают такие рядом, штуки делают. Дойти до бара, кстати. Да не, она. Так это рядом. Только в другую сторону, левую. Что-то засвечивается. Ага. И такие кровавые следы. Где? Да. Ну, это краска, наверное. Ну, это да. Это свечи, сами. Скорее всего. Тут ага. Значок стоит. Да, свечка. Зажигалка, сигарета. Банка, тушенки, что ли? Ну, вот, собственно говоря, тут все рядом. И значок скутер. Скутера похоронили. Да, здесь похоронили скутера. А вот там ДЗР Ван 2. Да, банка тушенки, ничего себе. Вот эта заначка. Кто-то не пожалел банку тушенки. Правда, скорее всего, это песок внутри банки. Хотя нет. Нет, тушенка закрытая. Тушенка закрытая, да. Можем сожрать. Да вы там сожрать ел. Отправитесь, она просрочена. Да ладно, тушенка ничего с ней не будет. Она пролежит, она залитая же жиром и... Она хранится по 20 лет на складах, потом ее продают. Хочешь есть, пожалуйста. А у меня нету ножа, чтобы открыть ее. Нет, можно было. Ну это так, прикололись люди. Со свининкой. Да. Вкусный. С барбариской. Это ладно. Лучше, чем просто. Ну что, дальше или обратно? Пошли, соберем. Да, чуть дальше поговоримся. Чуть-чуть. Посмотрим, что там. Там уже там летала мышь. А мышь улетела, она куда-то. Ну, может, повстречаем. Тут завал. О! Да. Ой, лавочки. Типа сидеть, сидушки. А вот тут, да, тут можно и сидеть удобно. А что мы там так говорим? Ну, мы же не знали, что тут такая хрень. А, ой, только здесь уже вообще низко-низко. Ой, нет, что-то я не хочу сюда. Ну, пошли обратно. Здесь, значит, тут вообще. Что-то тут вообще. Ой, ой. Да. А вон тот знак стоп. А что за вид? Да. А вон не стоп. Все в летучих мышах. Тут люди стоят. Просыпается. Лучше не трогать.
вот она, живая, которая висала. Смотри, она шевелится. Где? По-моему. И на лавке, на одной висит. Думаю, это не одна. А, их несколько. Они она шевелится, да. Ну, пойдемте, наверное, к выходу. Ну, пошли. Давай там, к выходу, мыши. Да, не шугать. Жалко их. Куда-то сюда же слышали, да? Вы к знаку пришли. Да, здесь мы уже были. Так вот туда мы шли. Да? Стрелочки на выход. Синие, вот они туда, да. Идут. Туда? Ну, туда, по стрелочке, вот этот проход, да. Не-не, не туда, не туда. Не-не-не, вон там. Ага. Мы отсюда пошли. Да, только да. Мы по стрелке. А, о, да, вон проход. Да. Ну вот мы и нагулялись по пещерам. Будем мы вылезать. Вот он выход. Прямо у выхода летучая мышь. Удивительно и здорово. А там зима. Обхода нет, да? Нет, у них прицепчая. Придется штурмовать. Вот есть он такой. А? Да, главное, что и отряхать надо. Ага. Да не переживайте, сейчас. Пока поднимемся, я думаю, что и дойдем, грязь у нас вся кончится. Летит, думаешь? Ага. О, да, сурово. Закат. Мы вышли из оврага и двигаемся к машине. Фу. Овраг был тяжел, но реально наша процессия неумолимо движется вперед к машине на фоне заката. Красиво. Снежный привал. Зажигалка. Что есть? Или церквушка в лучах заходящего солнца. Красота. Бескрайние снежные просторы. Луна. И тут зашла луна. А вот и холм Вещего Олега показался на фоне церквушки.
Вот это вот холм считается могилой Вещего Олега. Красота. И вот уже показались ворота. Ух ты.